Итак, всем доброго времени суток, дорогие друзья, и у нас новая серия по игре Car for Sale. Так, как вы видите, у нас офис остался все тот же, все так же. Продали мы нормально так купленные тачки на аукционе. И теперь в сегодняшней серии я хочу немножечко все-таки украсить наш дом. Внешние декорации. Ага, интерьер. Короче, ясно, понятно. В контейнере нам особо что-то менять. Ну, такое. Так. Вывеска. Внешние декорации. Что это такое? Это цвет асфальта. Давайте купим вот так. Грязная плитка. Давайте. Нет, асфальт мне не нравится. Забор сделаем. Зеленый заборчик красивее смотрится. Такое. Давайте вот так под дерево типа сделаем интерьер. Интерьер. Такой вот ламинатик. И что тут по стенам? Стенам сделаем тоже под доску. Все четенько. Так, и теперь нам нужно, как там, обновление. Office 2 200 тысяч. Нет. Office 2 я делать не буду, потому что 200 тысяч мне как раз нужны для того, чтобы купить какие-нибудь новые тачки. Так, погнали. Авторынок, наверное, закрыт. Зашибись. Погнали на район. Посмотрим, какие автомобили мы сможем купить. Я думаю, нам уже доступна вот такая вот даже тачка. По состоянию не очень, конечно. Экспертизу я тоже не могу сделать. Торговаться я могу. Предложу 30 тысяч. Предлагаю 30 тысяч. Я надеюсь, вы будете довольны машиной. Да, тачка. Тоже я не очень довольный тачкой, но зато доволен ценой. Так сказать, Бэха у нас уже такая была. Еще раз я не хочу. Так, ну, надо развернуться, посмотреть, что у нас еще там есть. Возможно, тачки. О, есть Dodge Ram, но нам на него уже может не хватить денежек. Сейчас посмотрим, сколько он будет стоить у нас. За сколько ты сможешь его продать? Эй, чувак. Что? Всего лишь 13. Давай за 11. Я у тебя его куплю. И все. Могу я подумать? Конечно. Я подумал над вашим. Мне оно не интересно. Давай за 12. И по домам. Поздравляю, машина твоя. Отлично, отлично. Подгоняем ее на подъемничек. Так, берем нашу тачку, запускаем двигатель. Да, вот эта тачка, конечно, нуждается в ремонте, еще и конкретном. Блин, Toyota Supra, наверное, стоит как крыло сбитого Боинга. Еще одна такая же тачка. Но вроде бы как получше состояние. Но я хочу посмотреть, сколько стоит Супра. Супра с утра, так сказать. Почем Супру продаешь, брат? 65. Татю, блин. За 60 заберу. Все, эту тачку отправляю в ремонт. Отправляем в ремонт, садимся в Супру и погнали домой. Главное теперь ее не разложить. Блин, я думал, она побыстрее едет, если честно.
И дрифты даже не успели насчитаться. Так, да, она низкая, прикольная, спортивная, но едет она так себе, если честно. Я что-то думал, что она будет намного дороже. Вот реально намного. Но, оказывается, это не такая уж и дорогая тачка в этой игре. Думал, там 1500, наверное, как Audi R8. Так, что, подъезжаем уже к нашему дому. Мы как раз сделали в нем ремонтик, вот такой вот прикольненький, и внутри, и снаружи. И плитку тут... А, мы тут не меняли, кстати, ничего. Заборчик только изменили. Прикольно смотрится теперь. Так. На продажу тачку. Купили за 60. Продаем за 100. Нормально, нормально. Сегодня я не думаю, что мы успеем все продать. Но хотя бы отремонтировать вот тут мерседесик или что-то такое, блин. Нам надо немножечко хотя бы его отремонтировать. Ремонтировать все детали на 1000, отремонтируем его. Этот у нас... Да не буду я его ремонтировать даже. Что, движок сучит? А, это ремонтирует тачку, походу. Так. Выставляем ее тоже на продажу сразу. Так, 12 купили. Давайте за 20 хотя бы ее будем выставлять на продажу. А там посмотрим, за сколько она продастся. Так, есть у нас первый покупатель на Супру. Так, моя машина почти повреждение. Я предлагаю 93 тысячи. Торговаться. 95. Ни тебе, ни мне. По рукам и погнали. Поздравляю, машина твоя. Зашибись. Так, ту тачку еще не отремонтировали, насколько я вижу. Что это? Забор теперь можно проходить просто. Прикольно. Так, ну и что? 20 тысяч за 16. А взял ее за 12. 16 300. Давай за 17 500. 17 500. Предложить. Могу я подумать. Все, за 17 500 была продана наша тачечка. Так, и тот Мерсик или Хюндай, хрен пойми что, я тоже отремонтировал полностью. И теперь его можно... Аукцион уже прошел, да? Теперь можно выставлять на продажу. Да, он грязный. Нам бы, блин, тут моечку какую-нибудь такую бегом, туннельную, так сказать, чтобы по бырику машину можно было мыть. Было бы вообще прекрасно просто. Заехал, машинку сполоснул и погнал себе дальше. Так, все страницы. Цена покупки 30, плюс вложили, давайте 58. За 58 будем выставлять ее на продажу и будем продавать. Так, еще я хотел посмотреть украшения, обновления, эвакуация. Вот что я хотел. Все, отлично. Теперь мы сможем покупать в городе целых 5 автомобилей. Это просто кайф. Это чистый кайф. Ну, лучше, конечно, на авторынке. Так, глянем сейчас по бырику, есть у нас что-то еще. На районе для покупки, и продажи. Это хрень, блин. Буст тоже хрень, если честно. Так, там что у нас? Там нету никакого автомобиля. И у нас есть клиент в офисе и неиспользованное очко, так сказать. Мы можем его потратить, клиент теперь меньше злится. Не знаю. Обсуждение деталей также позволяет сделать экспертизу. Давайте пусть клиент меньше злится, потому что хороший клиент — это довольный клиент в первую очередь. И так мы повысим немного свой
так сказать, рейтинг. Так, ну что, разговариваем. Привет, привет. Привет, в обед. Торговаться. 17 тысяч. Я готов тебе дать за автомобиль. Мне надо подумать. Автомобиль подходит вам. Удачи. Есть Citroenчик. Давайте еще этот прикупим. Так, вы можете получить навыки. 8 тысяч. Торговаться. За 6 забираю. Ну как, ты готова? Я думаю. Извините, мне цена это не устраивает. Давай за 7. За 7. Я готов. Все, вот ключи, документы я забрал. Так, машина на паркоместо 1. Отправляем ее. В эту тачку мы садимся. И поехали. Так, покупаем эту тачку. 56 тысяч. Торговаться. За 50 заберу. Давай. Могу я подумать? Конечно, можешь. Если у вас все отлично, короче. Диски прикольные. Тачка вообще интересная. Так, машина. На место 3. Погнали. И еще у нас есть одно место. Так, за сколько ты ее продаешь? За 20 тысяч. Торговаться. За 17. Торговаться. И что? Поздравляю, машина твоя. Отлично. Машина. Буксировочка. А на этой мы поедем нам домой. Газ до пола, газ до пола. Мы летаем в BMW. Блин, мощная тачка. Главное, блин, там клиенты уйдут. Сейчас клиенты поуходят, потому что уже вечер. А клиент у нас был в офисе, а теперь он оттуда свалит. Давайте попробуем как-то побыстрее добраться до офиса. По прямой, так сказать. Езжаю эти бугры, что не особо у меня получается, если честно. Подумал, что отбойника, это просто кусок дороги. Так. Я готова заплатить вашу цену. Все отлично. Готово. Так и сразу скажи, корова. Так, как же мне напарковать сюда автомобильчики? Давайте этого длинного запаркуем. Хотя бы морду ототру этой тачки. А то она что-то больно уже вообще очень сильно грязная. Так, оттираем. Отлично. Так, загоняем следующую тачку. Если честно, они все уже какие-то очень сильно грязные. Так, парканули. Еще одна осталась нам. Кстати, так елочкой даже как-то больше автомобилей. На Опеля с Кони, кстати, похоже немного. Как-то так елочкой больше автомобилей у нас помещается, если честно. А эти елочкой сюда, в эту сторону будут. Что-то тут с подвеской вообще очень плохо. Так, глушимся. Офис
Закрываем. Погнали спать и по берегу тачки продавать. Че уже в офисе нельзя спать, блин? Еще надо ездить в этот контейнер вонючий. Или за офисом тупо контейнер поставить и все. Кстати, еще надо налоги оплатить. Это я, кстати, немножечко подзабыл. Офис грязный. Есть неиспользованное очко навыка даже. Откуда оно взялось? Только интересно. Так, быстренько убираем в офисе, да? На что тут убирать, если, блин, вся грязь, наверное, под тачками. Так, ладно, выставляем тогда все на продаж. Давайте заплатим. Нет. Так, что тут у нас? 17 тысяч выставляем за 30. Выставить на продажу. 7 тысяч выставляем за 13. Выставить. Это у нас 50 купили за 70. Будем продавать хотя бы. За 17 купили, за 32 отдадим. Выставили на продажу все наши тачки. Так, офис грязный. Офис грязный, я понимаю, блин, прекрасно, что офис грязный. Но, во-первых, я присесть не могу, а во-вторых, я даже не вижу, где тут мусор, если честно. Так, оттираем эти двери, чтобы тачка стала чище. И надеемся, что в пятницу у нас будет покупателей побольше. Клиент в офисе уже один есть. Отлично. Не люблю, когда много клиентов находит. Потому что потом трудно выбрать, кому автомобильчик такой прекрасный свой продать. Так, а где клиент? А, вот. Вот и клиент. Так, за какой малышкой? За ситриком пришла? Я также сразу и подумал. Так, дрифт комплект. Поэтому я прошу немного более высокую цену. Торговаться. Давай хотя бы за 10. Я тебе предложу 10, а ты уже отказывайся. Так, хорошо. В эту тачку я вложил денежку. И стоила она немало. Так что могу подумать, я возьму этой точно цене. Без проблем. Так, 30 тысяч куплено за 17, за 28 торговаться. Давай за 29 500 я тебе отдам, 500 баксов скину, так сказать. Спасибо за сделку, на здоровье, братан. Так, ты что у нас тут? Я ездил очень мало по выходным, не нужно подумать. 24 торговаться. Давай за 26. Я готов тебе отдать эту тачку. Это то все. Итого у нас получилось 315 тысяч. Кстати, офис грязный. Где у нас тут грязь? Где грязь? Покажите мне. Где грязь? Я не вижу ваших рук. Блин, в натуре не вижу, где грязь. Баг что ли какой-то? Напишите в комментариях, где грязь, блин, в этом офисе. Выбросить, ну, себя, что ли. Неиспользованное очко. Так, разблокируем это. Теперь получать меньше повреждений вообще нафиг не надо. При продаже вот это надо, да, согласен. Цена тюнинга автомобиля. Что? Автомобиль вымыть быстрее. Я понял. Мочалку надо разблокировать было. Автомобильный рынок открыт. Погнали на автомобильный рынок. Сейчас купим какую-нибудь интересную тачечку. За недорого. 315 тысяч. Мы можем уже купить даже такую лейбу, как у тебя. Так, торговаться за 200. Торговаться. Предложи. Йоу. За 200 купить такую тачку. Неплохо. Not bad. Так, что у нас тут еще из интересненького есть? На 100 косарей. Toyota Avalon. Будет в районе... Скольки? 30 тысяч.
торговаться. Давай за 28 я заберу твою тачку. Отлично, машина моя. Так, Audi мне не нравится. Porsche, наверное, дорогой. Тоже дорогой. Четверочка, ну такое. Так. За 53 торговаться. Раз, два, три. За 50 забираю. И все. Если у вас возникнут какие-либо проблемы с автомобилем, вы меня не найдете. Вот то. Вот то. Так, Шкода сколько стоит? 32. Торговаться. 29. Забираю. Я чисто Шкоду взял для того, чтобы не ехать на автобусе домой. Вот так бы и в реальной жизни все работало. Так, я уже увидел, что тут пешеходов этих. Ничего им не будет. Но эта Шкода реально быстрая. Как-то. Либо тут скорость ощущается очень хорошо на такой Шкоде, либо я не знаю. Либо она реально очень мощная. Так, что заезжаем. Да, с кустами как-то полегче стало. Так, Шкоду на продажу сразу. Да, можно выставить. 30 убрать с продажи за 0, блин. 30 тысяч за 60. За 60 выставляю ее на продажу. Сесть в машину, запускаем двигатель. Эту тачку тоже на продажу сразу. Так, выставь. Блин. Убрать с продажи. Что-то я спешу куда-то. Давайте 380. Раз, два, три. Все. Отлично. Пробег вообще минимальный. 39 тысяч. Для такого спортивного болида это вообще ни о чем. Так, берем эту тачку. Загоняем тоже. Офис грязный. Блин, где он грязный? Не знаю. Эту тачку выставляем тоже. За 0, да? Так. За 50 купили. Давайте за 90. Раз, два, три. За 90 выставляем на продажу. 21 год как-никак. Так, что тут у нас по покупателям? За 60 я хочу ее продать. Я думаю, 33 700. Угу. А ты сколько мне предложишь? 38. Торговаться. Давай за 41. Я тебе ее отдаю. Блин, я даже не увидел, что и крыши пипец. И вообще машина в целом не особо ликвидная, так сказать. Так, выставим ее на продажу. Я думаю, тот чувак пока не уйдет. Так, за 28 купил, за 42 продал. Если честно, цены вообще от балды ставлю. Добавил какой-то там процент свой моментально, который приходит мне на ум. И все. Так, купил за 200, за 270. За 300 готов отдать. Раз. Раз, два. Блять, за 300 отдал. Надо было 320 ставить. Так, погнали быриком на авторынок. Еще раз гоняем. Возможно, там еще что-нибудь купим. Возможно, у нас есть 300 тысяч. А почему там эта ламба, мне интересно. Если на аукционе она за 500 уходит, то сколько же она стоит на авторынке?
Здравствуйте, Закис 390. Торговаться 349. Раз, два, три. Купил на последние бабки ламбу. Охренеть. Ну, честно, хотел доставить на эвакуаторе, но отказать себе в удовольствие поездить на такой тачке я просто не могу. Широкая, спортивная. Но чтобы сказать, что она быстро едет, прям быстро-быстро, я, честно говоря, не насмелюсь так сказать, потому что это не так. Так, выставляем на продажу ламбу. За 349 купили. Пиздец. За 500 выставляем. Раз, два, три. За 500 000, я думаю, она как раз таки у нас должна продаться. И я даже пойду ее оттирать, потому что это очень прикольный автомобильчик. Убрана грязь, убрана грязь, убрана грязь. Так, опыт добавился, опыт добавился. Капотик, капотик оттираем. Или капотик я уже оттер, получается. Блин, с такой тачкой я не поймешь, что ты тут оттер, что не оттер. Грязь убрана, зашибись. Где еще осталась грязь? В офисе. Потому что грязь из офиса убрать нельзя. Что никто вообще не идет за Lamborghini? Еще час остался, чуваки, вам до того, чтобы купить новую тачку. О, вон пришел кто-то. Надо по Берику обслужить. Так, сколько ты предложишь за Avalon? Чистый стиль. 56, 8, 57, короче. Ты предлагаешь, а ты сколько предлагаешь? 57 800, почти 58. Могу я подумать, 53 сразу. Нет. 57 800. Торговаться. Давай хотя бы 62. За 62 я готов уже распрощаться с ней, хотя бы 12 тысяч навара у меня будет, и это будет уже отлично. Так. А эти тачки мы все будем, давайте ламбу сможем мы продать. Довориться, о, отлично. Так, продаем, даже не торгуясь. Так, ну что, парни, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.